Красноярцы узнали цену ямочного ремонта на коммунальном мосту. Сегодня стоимость работ озвучил руководитель департамента городского хозяйства. Напомним, этой весной красноярцы неоднократно жаловались на колеи, ямы и разбитые швы. Сначала власти планировали капитальный ремонт за 53 миллиона, но позже было решено отказаться от этой идеи. Вместо этого на мосту проводят ямочный ремонт, он обойдется городу в 12 миллионов рублей.